спільноту науки, бізнесу, культури, представників благодійних, волонтерських та громадських організацій Дніпра та області зібрало відкриття оновленого ізраїльського культурного центру. У прес-службі кажуть, новий дім для центру став вимогою часу. К этому обновленному красивому израильскому культурному центру мы шли достаточно долго. 2 года мы уже находимся в миноре, даже более 2 лет. И вот именно сейчас мы переехали в просторное помещение, очень красивое. Сейчас у нас очень много красивых классов. Мы добавляем новые программы и приглашаем абсолютно всех в новом учебном году к нам обучаться. У подтверждение дружних стосунків та підтримки на відкриття прибули почесні гості. Я думаю, что если мы постараемся перенестись 25 лет назад, когда наши отношения только начинались, из тех людей, которые занимались связью с странами, бывшими странами СНГ, связью с еврейской общиной, они не могли бы представить себе, что можно достичь за эти 25 лет. И я также хотел бы поблагодарить представителей и областной администрации, которая здесь находится, и городской, за то, что они создали здесь те условия, которые позволяют иметь такую определенную межконфессиональную гармонию в городе Днепре, и мы очень-очень рады. Касайтесь Израиля, пусть он оберегает ваш дом, пусть у вас будет удача, и пусть вы знаете, что в сердце каждого человека, каждого еврея, который живет по всем уголкам мира, есть маленький Израиль. Этот маленький Израиль начинается с этого центра. На зустрічі були представлені нові проекти та програма. У спеціальній книзі центру з'явилися перші записи із побажанням подальшого розвитку та процвітання.